Доброго вечора усім глядачам телеканалу «Сімон». Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». Весна, як завжди буває у нас з порами року, прийшла несподівано. І, напевно, що для багатьох і автомобілістів, і пішоходів буде сюрпризом те, що вже з'являються у нас велосипедисти. Хоча я поодинокі поки що, але вже незабаром це буде рухом масовим. Про те, як це відбудеться в нашому місті, поговоримо сьогодні з гостями студії, яких я з величезним задоволенням представляю. Отже, організатор акції «30 днів на велосипеді» Олександр Явдошенко. Доброго вечора, Олександре. І Вікторія Смагіна, президентка громадської організації «Харківська велосипедна спілка» або «Союз», як завгодно. Добрий вечір, Вікторія. 30 днів на велосипеді, що це означає? Ця акція проходить во всьому світі. Ціль акції – це дать себе обещание кататься всего, в течение всего апреля хотя бы минимум 1 км в день. С 1 апреля по 30 апреля. Вот. Ну, я дополню, что она зародилась в 2010 году. Организатор, инициатор этой акции Патрик Стивенсон в Миннесоте. Собственно говоря, это его такая придумка, и он ее распространил по всему миру именно вот с той целью, которую сказал Саша. Такой волшебный, некий волшебный пендель для того, чтобы велосипедисты начинали сезон уже с 1 апреля. Потому что, ну, человеческий фактор, да, когда ты, в общем-то, откладываешь каждый день, а тут ты пообещал себе и остальным, и как-то в коллективе это, в общем-то, более приятно делать. И люди присоединяются к этой акции, регистрируются на общем сайте всемирном. В таком формате, в Украине, в таком формате, как вот у нас в Харькове это проходит, мы единственные, наверное, да? Ну, в Харькове, да. В Харькове, да, то есть мы, как бы, мы собираем тех людей вокруг себя, которые в Харькове зарегистрировались, и вместе с ними эту акцию проводим. То есть мы делаем встречи, покатушки. Ага. А як ви себе впізнаєте? Я маю, ну, от кажете про те, що в колективі це легше робити, легше стартувати, починати. А от сезон, так, а на дорозі вони ж не видно. Розкажу. Тобто, першим ділом потрібно зареєструватися на офіційному сайті. Це називається «Сотті Дасі Зебаки». Ну, от на флайері тут написано. Якщо можна, да, так, якщо можна, підтримайте. Да. 30 діб на... Да, ага. На велосипеді. Тобто, там є регістраційна форма, де кратка анкета, та щоб розуміти, скільки людей катається во всьому світі. В прошлом году где-то было около 8 тысяч людей по всему миру. Это те, кто принимают участие в акции? Да, участие. Но я понимаю, что, напевно, там где-то в Китае або в Вьетнаме там не припиняют сегодня. Да, да. Это именно те, которые к акции присоединились и сказали, что я участник этой акции. Такой гигантский флешмоб. 8 тысяч на всю планету как-то не дуже. Ну, как-то так вот именно. Многие не знают. Ну, многие не знают. Большинство – это США, в Европе – это Беларусь, Испания и Украина. Ну, и точечно где-то в каких-то городах. Ну, это может 5-10 человек в этом плане. Если будет популяризация этого массового движения, как мы делаем, то, понятное дело, количество увеличится. Просто очень многие бытует такое мнение, говорят, что я вот каждый год смотрю и думаю, вот зачем это, куда-то регистрироваться, покупать флайера, приезжать их забирать, цеплять. Нельзя просто катать себе в удовольствие. Разумно, можно, катание, безусловно, можно. Но если мы говорим о том, что велосипед – это еще и передвижная медитация, и коммуникация, это возможность именно объединить людей, увлеченных одним каким-то, ну, хобби, да, вот как-то объединить друг вокруг друга. Очень многие же начинают катать, и потом им как-то, ну, в одиночку скучно, грустно, одиноко, или не начинают сезон там в апреле еще, а тянут до мая, потому что страшновато ездить. А тут есть возможность побыть в коллективе, пообщаться с себе подобными. А чего, власне, такая затримка зі стартом цього сезону, чому люди вагаються сідати вже на велосипед чи ні? А це погодні фактори, це якісь інші фактори, тобто, ну, холодно кататися, може, я не знаю. Ні, ну, діло в тому, що апрель буває разом, буває теплий, буває холодно. Вспомніть, да, в прошлом году. Я просто дивлюсь те, що є зараз. А зараз нібито така вже, ну, зовсім весняна, хоча, ну, в принципі, ще, ну, холодно така. Ежегодно, от, є определенна традиція. А скажіть, от извините, да, от скажіть, от ви себе даєте обіцяння, там, я от утром встаю, буду робити зарядку кожен день, да? От буває же таке, правильно? Я, ну, це роблю 5 років. Ну,
что обещания даете или делаете зарядку? Не, ну это я вот аналогия. Я обещаю себе, что я буду катать. С понеделка, с нового року. Да. Ну я бы себе пообещала. Ну я слово дал, слово забрал. Я хозяин своего слова. А вот если я уже присоединилась к какой-то акции, да, я уже как бы анонсировала это обещание не только себе, а и другим людям. И потом, если это, ну, некая игра такая, да, когда ты каждый день ты фотографируешься, выкладываешь фотографию у себя на странице, комментируешь, где ты был. То есть там по акции нужно проехать 5 километров, не менее 5 километров в день. Ну, минимум 1 километр. Минимум 1 и 5 километров. Ну, то есть, и ты как бы вот уже ты втягиваешься в эту игру. То есть вот ты там куда-то едешь, может, с друзьями вместе объединяешься, кто рядом живет и тоже. Вот это уже не некий такой вот, ну, элемент шоу, что а ли. А це треба якісь докази ще пред'являти, що окей, я там учасник акції номер там 158, нет, і я проїхав 5 кілометрів. Ні, це пожелання, тут, возможно, добровольно принудительно. Да. Ні, тут поділитися своїми емоціями. Ага. Тобто, як Патрик от говорить, от головний організатор, ми кожен катаємося сольно, какой-то маршрут, но когда люди делятся своими результатами, ты понимаешь, что ты не один такой, и вы друг друга поддерживаете. То есть есть хэштеги, ну, обозначения, где можно выложить свою фотографию, сделать подпись, и тем самым другие участники могут найти. Mm-hmm. То есть могут прокомментировать, могут там лайк поставить, ну, там, это Facebook, Instagram. Ну, для нас эта акция, вот для людей, которые занимаются популяризацией велосипеда как транспорта и вообще велосипедов, те, которые в велодвижении участвуют, для нас эта акция – это тоже один из рычагов влияния на сознание и еще раз донесение и напоминание тем, кто еще не знает, как хорошо катать на велосипеде, как хорошо пользоваться им как транспорт, что вот так вот можно сделать. Потому что, ну, если постоянно делать какие-то одинаковые, идентичные акции, они приедаются, становятся неинтересными. А здесь это тоже некое разнообразие. Она совершенно выбивается из всех наших мероприятий, потому что это не один день, это месяц, и там разноплановые форматы можно использовать. Вот просто встреча будет. А какие так? Давай, это же вспомнили. Можно встреча, то есть мы, получается, будет у нас встреча 30 марта в велоцентре. Вот так мы напомним о правилах дорожного движения, что действительно велосипед участник, вот, люди пообщаются, выпьют чашку чая, кофе, вот, в этом плане, то есть встреча будет там на стрелке на Лопанской, то есть будет сбор, и мы колонной проедемся до велоцентра. Угу. Вот, также в течение апреля будет еще несколько встреч по воскресеньям, будем собираться на той же Лопанской стрелке, то есть у нас как бы есть точка сборки, и будем кататься по Харькову либо области. Ну, це, як ви кажете, медитативні такі покатушки, або, ну, є якийсь план накатати там, я не знаю, кілька тисяч. Ні, нет плана, тут просто хорошо провести время. То есть, мы несем позитив. Всем, вот всеми своими вот этими акциями мы хотим нести людям позитив и возможность просто побыть в комфортной среде. Крім автомобілістів, які, мені здається, не дуже полюбляють, коли у Харкові збирається багато велосипедистів, вот, да, перекривають вулиці і так далі. Я, кстати, когда шла на эфир, я об этом подумала, что нужно обязательно об этом сказать, что автомобилисты за зиму отвыкли от нас на дороге. И сейчас всем, кто садится на велосипед, надо быть втрое осторожнее, нужно быть аккуратными, еще не совсем везде подсохло, еще где-то кое-где снег, скользко. Нужно быть крайне-крайне аккуратным, следить за своей безопасностью, соблюдать все правила дорожного движения, потому что действительно от нас просто отвыкли. Большой процент ДТП случается именно потому, что такой существует, ну, как бы, я не заметил. Вот на старте заметил, сезона, да. Напевно, это особливо, да? Ну да, ну может еще и за зиму некоторые велосипедисты правила могут там подзабыть, ну не катались, то есть в любом случае на надо... потерять. Да, да. Угу. В любом случае надо, как бы, есть такой термин, как вкататься, то есть оно как бы в среднем проходит, ну, входит где-то через месяц. Через месяц я могу сказать, что я вкатался. Тобто десь наприкінці квітня, на початку травня вже буде повноцінний велосипедний сезон на нашому місті, всі вже... Да, да, да. То есть люди уже как-то адаптируются, уже и автомобилисты привыкнуты, погода будет способствовать. Мы надеемся, тем более, что вот с 1 апреля и Nextbike тоже открывает сезон, то есть наши вот велосипеды байкшеринга будут катать. То есть потихоньку люди начнут вкатываться, и мы надеемся, если погода позволит, то в мае мы опять заполоним дороги. Ну, є така тенденція. Ви казали про те, що
трохи відвикли від вас автомобілісти, і що треба, ну, якось нагадати про себе. А проблема в тому, що люди на велосипедах не дуже помітні ще. Так, у нас немає спеціальних там якихось жорстких, принаймні, таких правил стосовно пересування автошляхами на велосипедах. Ви з собою принесли, як на мене, дуже корисні штучки. Да, давайте я щас розкажу. Так от, я не розказав. Учасник регіструється на офіційному сайті, так. Потім ми просимо на наших ресурсах, це Facebook, є Google анкета, ну, то есть, где можно заполнить, и мы выдаем вот такие карточки, это вставляются в спицы, ну, то есть это обозначение, что ты участник акции. Очень, ну, приятно ехать на велосипеде, и когда видишь вот такой флаер, это еще вас еще что-то объединяет помимо велосипеда. Вот. Также мы в комплекте дарим подарок вот светоотражающей ленты, то есть это бликер, то есть она цепляется на руку, ну, вот. То есть можно себя обозначить либо там, если поворот, либо там на какую-то часть одежды. То есть на ногу, либо на часть велосипеда. То есть на раму можно подцепить. В общем, также можно под... Делаем такие значки еще. Ну, вот это же такие... Да, да, да. Ну, это в комплекте идет. То есть мы вот... Также мы стоимость этого комплекта вот 30 гривен, а 10% мы передаем в благотворительную организацию. Взрослые дети. Да, взрослые дети. Организаторы полностью стоимость пакета передают. Окей, зрозуміло. Хто, як показує практика, ви казали 8 тисяч поки що. Так, да, принаймні, це по всьому світу. Да. По всьому світу. Хто ці люди? Це переважно люди дорослі або це молодь? Разні люди. Тобто, як і студенти, так і люди в возрасті, так і, ну, как бы, тут нету каких-то ограничений. Главное, как бы, пообещать себя кататься каждый день. Иногда это бывает очень тяжело, можно сказать сразу, потому что бывает, что куда-то едешь, и надо с собой либо, ну, брать где-то велосипед в этом плане. То есть у меня были ситуации, когда я там в Киеве был в командировке. А это не є таким фактором, что можно цього не виконувати, знаете, навіть великий піст, коли ти у подорожі, да, вот можна так. Постующим, те, которые в путешествии, тебе можно не поставить. Ну, можно, но это... Можно, как бы просто главное свою активность проявить. То есть я пообещал быть активным в течение всего апреля. То есть если мне по какой-то причине не получается, я могу это заменить на пробежку, то есть на бег. Главное, чтобы как-то это... Также очень интересно, когда участники делятся результатами через Strava. То есть есть мобильное приложение для велосипедистов и тех, кто занимается бегом, и фиксируют эти результаты. Там маршрут, здається, показывается. Да, там маршрут, и кто сколько проехал. То есть, и... Ну, 5 километров, это ж не те показники, не, ну, не вражать. Те показы. У нас вот есть, вот в прошлом году один участник проехал за 30 дней 2500 километров. Было такое. 5 это минимум, и, наверное, да. Это правильно, потому что вот для чайников, для тех, кто только начинает катать и вкатываться в сезон, это иногда даже очень много. А это вот корисно взагалі для людей, які, ну, скажімо, от взяти мене, мій досвід катання на велосипедах, він взагалі більшою мірою відноситься там до дитинства, до там якихось, на жаль, вже далеких років, або ж катання за міськими там якимись там шляхами і так далі, спеціальними інколи навіть для цього підготовлені. Тобто я, ну, чесно кажучи, я побоююсь кататися в місті, і це насправді серйозний виклик для дітей або для молодих людей, за яких бояться батьки, напевно, теж серйозний. В той формат, про який ви кажете, ви збираєтесь, скажімо, там десь за великою там кількістю до себе там десь в велоцентр, щоб попити чай і так далі. Оце корисно взагалі, на вашу думку, буде практика для тих, які, ну, можливо, буде вперше себе в саме у міському середовищі пробувати кататися? Ну, во-первых, мы тоже, да, мы об этом думали, говорили. И вот, кстати, если речь идет о встрече на велоцентре 30 марта, то мы рассмотрели варианты встречи такие, что прийти туда или приехать мы можем там тремя вариантами. Первый вариант – это часть встречается на стрелке, кому удобно туда подъехать. Ребята потом забирают на зеркальной струе часть людей и на ДЖД. Кто-то приезжает туда сам, кто чувствует себя свободно на дороге, а кто-то может вообще прийти пешком. То есть главное, как бы, вот встретиться, обо всем поговорить, напомнить себе о правилах дорожного движения, а дальше уже все индивидуально. Я вообще считаю, что все нужно делать с удовольствием. То есть если тебе доставляет удовольствие катать, ты выбираешь для себя безопасный для себя путь, ты можешь по стадиону поездить где-то рядом со своим домом, эти 5 километров накатать, ты можешь дворами это сделать. Если кто-то живет рядом с лесопарком, либо какой-то парковой зоной, он может в парке поездить.
То есть я, допустим, понимаю, что я буду использовать велосипед именно как транспорт, потому что специфика моей работы основной, она связана с тем, что я передвигаюсь по встречам, и я буду, скорее всего, именно вот передвигаться на своем велосипеде, либо на велосипеде Nextbike Bikesharing, что тоже удобно очень. Mm-hmm. И мы, кстати, зовем вот, в участники акции тех, у кого нет своего велосипеда. Сделать Харькове... просто доступнее. Да, у нас в Харькове сейчас есть доступная возможность пользоваться велосипедом, быть участником акции и в эту среду, в нашу, уже каким-то образом тоже влиться. А це маєте на увазі ті пункти, які з'явилися з прокату велосипедів? Да, бэкшеринг. Да, то есть люди могут просто, не имея своего велосипеда, стать частью программы. Чи скажучи, ніколи не бачив на власні очі, як цим сервісом користуються. Дуже багато бачив, як приходите, навіть фотографують це все і там читають якісь права. Я вас научу, поки, Владимир. Поки що ні, я знаю, як це працює. Ну, очень удобно, краях, очень, очень удобно, так що можна, попробуйте. Це, якщо ми кажемо про цей сервіс, це, ну, в принципі, нормальна альтернатива, не треба купляти абсолютно велосипед. І це нормальні велосипеди, я маю на увазі, вони там, ну, не якісь там розбовтані, абсолютно, всі підтягнуті, все. В Твітрайді участвували, наша команда участвувала в Твітрайді якраз на велосипедах Nextbike, тому що він хорошо вписувався в формат Твітрайда, це городський велосипед і костюмірований, як би, велоапарат, велотусовка така була. І от наша команда шикарно себя чувствовала на этих велосипедах. Они тяжелые, на них не попрыгаешь. Как раз передвижение по дороге, как транспорт, это чудесно. И альтернатива по финансам городском, ну, стоимости тарифов. Так, да, с повышением тарифов это очень удобно. Мы сподіваємося, что там не підвисять якось вартість цього сервісу. Так, окей, да. Це добра новина. Тут промайнуло таке слово, що це така ніби собі гра. Це просто слово або це дійсно така собі гра? Ні, я, ну, така собі гра. Ну, да, це така собі гра. Якщо гра, то, в принципі, ж, напевно, має бути переможець або якийсь призи, або щось таке. Да, ну, у нас, виходить, саме активні будуть награждені якими-то призами від наших партнерів. То есть, по суті, цей проект нас дуже багато людей підтримує. В плані, це веломагазини, які доступні флайера, які чоловік може отримати від флайера. Також по необхідності, опять же, якщо йому потрібно, купити якісь велозапчасти. Це з цим флаєром може прийти і отримати знижку? Так, так, так. Ні, не знижку, просто зайти в магазин, получить, ну, купити себе флаєр і також посмотреть, що йому потрібно. Ну, перед началом сезону, это, в принципі, кожен сталкивается, какой-то расходник покупає. Також у нас є інфопартнери вот, в цьому плані, і також є, які люди заинтересованы как-то наградить учасників. И у нас же акции по фотографиям есть. Ну, мы по каким-то критериям. Может, кто-то проехал, может, какой-то фотоотчет интересный может, рассказал. Красивые фотографии. Красивые фотографии. У нас был вот, в прошлом году яркий пример, когда один участник, Андрей Кушецов, он ездил по муралам Харькова. Он ездил, фотографировал, вот, и потом ему это понравилось, он сдал карту этих муралов. Вот. И в прошлом году я ему позвонил, говорю, Андрей, у тебя есть классная, ну, как бы вещь, ты знаешь, где это находится, давай сделаем велоэкскурсию. И мы сделали это, ну, как бы, вот, его, как бы, вот эти фотографии, его маршруты, что он ездил, и сделали маршрут по муралам Харькова. То есть мы, как бы, сделали полноценную еще какую-то интересную покатушку. То есть, насколько я зрозумів, все ж таки, це не така, не спортивні змагання, ви не будете дивитися на те, скільки хто проїхав, а тут як їздив. Да, тут вопрос, хто як їздить. Хто-то може там виїхати там 2 кілометри, 3 кілометри. Я, наприклад, їжу кожен день з дому на роботу і обратно. То есть, мені 14 туди, 14 обратно. І помимо акції, я розумію, що как-то надо что-то как-то разнообразнее рассказать людям. Я показываю какие-то интересные места в Харькове. То есть, может быть, там заеду там или в галерею, там, или, например, вот, там, какой-то фотографию сделаю там пост о там картине какой-то, вот, там, Гамлета, например. То есть вот, в этом плане какие-то интересные места, локации ты ищешь, либо что-то рассказать, впечатление, своими эмоциями рассказать. То есть, это по сути ну, рассказать о своем дне всему миру. Вот я, кстати, как забыла сказать, что когда мы говорили о формате, да, что вот мы единственные в Украине, в Харькове в таком формате проводим, у нас есть организационный комитет, который гуртует вокруг себя этих участников акции. В этом году к нам присоединяется Киев, потому что один из членов нашей команды живет второй год в Киеве, и
В общем-то, она там не может... Это не Александр, который туда просто ездит и не может там кататься. Да, и вот она в этом году при нашей помощи и при помощи Ассоциации велосипедистов Киева будет там гуртовать вокруг себя людей. И, кстати, вот те харьковчане, которые бывают же ездят в Киев там по каким-то делам, командировки, у них тоже будет создана в Фейсбуке, создан паблик в Фейсбуке, и они смогут воспользоваться возможностью с... вот этой командой в Киеве тоже где-то прокатиться, потому что, ну, в Киеве страшнее катать, чем в Харькове, насколько очевидно, я понимаю, так. Еще страшнее. Поэтому, наверное, если захочет выполнить вот этот этап участия в акции, может присоединиться там к ним и тоже точно так же воспользоваться бэкшерингом в Киеве. Як то кажуть, гуртом і батька легше бити, таку справу більш цікаву і законослухняну, як ви затіяли ви, напевно, ще і поготів. Тобто, я, звісно ж, бажаю вам успіхів. Нагадую, що це пройде у нас з 1 по 30 квітня, тобто весь місяць, як то, якщо хтось хоче приєднатися до великого такого велосипедного братерства Харкова, то саме час сідати на свої велосипеди на початку квітня. На цьому, на жаль, все. Дуже дякую, що сьогодні були нашими гостями. І дякую, що дивилися нас сьогодні. До побачення.